Элой, что привело тебя в Меридиан? Угроза. Гелис командует затмением, легионом фанатиков. Они скоро нападут на вас с запада. У них есть армия древних боевых машин. Но это не самое страшное. Они приведут с собой существо, бог, бес, машина, как угодно. Его имя Аид. И ему не нужен Меридиан. Ему нужен шпиль. И если он доберется, он пошлет клич и пробудет другие машины, столько, сколько нам не победить. Это конец всему. Этого нельзя допустить. Я пытаюсь понять, но мой долг оберегать жителей Меридиана. Цель не Меридиан, Ават. Вы должны защитить шпиль. Пошлем авангард, ваша лучезарность. Да, отправьте их туда. Эрен знает Элой, он согласится. И прикажите страже укрепить западный кряж. Оттуда они смогут оборонять Меридиан и пламя, где восседает шпиль. Элой, позволь мне... Позволь извиниться за мое поведение. После того, что случилось с Эрзой, я был сам не свой. Если нам суждено сражаться бок о бок, я был бы рад знать, что ты не держишь на меня зла. Не держу. Только больше не путайте меня с ней. Даже короли могут ошибаться. Что ж, хорошо. Я рад, что все в прошлом. Что ж, нам понадобится время на подготовку. Итак, что ты знаешь о наших врагах? Рассказывай все. Не знаю насчет всего, но что смогу, расскажу. Ты говорила с Марадом Безгрешным? Еще нет. Поговорю. Ты ему нужна, Элой. На него полностью возложена подготовка к обороне. Только тихо. Не хватало нам еще паники в городе. И еще обо всем сразу сообщайте мне. А, Элой. Мы укрепляем оборону на западном кряже и возле шпиля. Послали весть во все уголки Дома Солнца. Союзники предложили помощь. Одни хотят помочь, другие — нажиться. Но кто-то придет ради тебя. Меня? Ну, не скромничай. Кряж будет передовой. Городская стража там? Да. К ним примкнут те ополченцы, о которых я говорил. Орудия Азерам, совсем недавно громившие стены Меридиана, теперь защитят нас. Можешь осмотреть позиции. А шпиль? Эрента-авангард уже там? Да. Полагаю, уже вовсю бьют себя в нагрудники и репетируют боевые кличи. Также к шпилю прибыли несколько воинов Нора. От аудиенции с королем наотрез отказались. Может, поговоришь с ними? Ладно. Ну что ж, остается только ждать атаки. Именно. Это чувство не назвать приятным. Но разведчики в знаке вечера сообщают, что на западе тихо. Так что, если у тебя остались дела, не теряй времени зря. Если же нет, я распорядился подготовить для тебя дом, где жил Олин. Можешь поспать там, если уснешь. Я за это денег не...
злодей прячется. Откуда они идут? Взгляни на мои товары. Оттуда, где алмаз? Я знаю, тебе понравятся мои товары. Еще одно нападение на клуб. Отполировал доспехи у тебя? Ну да. А не слишком ли это? Что? Ничего. Да говори уже. Не бери в голову. Выглядишь очень... Элой, говорил же, что приду. Говорил, Тэп. Но разве твои раны уже успели зажить? Если придется драться, я разойдусь по швам. Но не волнуйся, драться будут другие наши, возле шпиля. А я только принес припасы. Эти Карха назначили меня почетным интендантом каким-то. Внушительно. Мне тоже нравится. Мы разложим под такими знаменами оружие и лекарства. Это все пригодится тебе в бою. Элой, когда ты вошла в гору, богиня не сказала, у нас есть шанс? Я не спрашиваю. Я знаю, нам это по силам. Может и так. Рано или поздно озерам попытаются убить короля солнца. Меня о помощи не проси. Моя задача. Охотница, ты позвала, и я пришла. Готова к бою? К бою? А я думала, ты на чаёк приглашаешь. Не знала про бой, предупреждать надо. Не может быть, ты всегда все знаешь. Да, это верно. Пару раз виделись, а ты так хорошо меня знаешь. Я тебя совсем не знаю, но хотела бы. Наверное, ты имела в виду не то, что я подумала. Секрет хочешь? Какой? Я ждала этой битвы всю свою жизнь. Это тот самый враг, что превратил Меридиан в рынок рабов, а закатную крепость в кровавую бойню. Фанатики, которые пытают и убивают матерей, отцов, родных, детей и говорят, что на то воля солнца. Я ненавижу их, Элой.
Моя спина вся исполосована шрамами от их кнутов. И сегодня мы покончим с ними раз и навсегда. Я пришла на твой зов, но не только. Я пришла за ними. На сей раз им от меня не уйти. Я помогу тебе. Сразимся вместе. Спасибо, юная охотница. Пусть солнце воссияет над новым миром. Элой? Вольно, Утит. Повезло Меридиану, что ты с ними. И я рада. Это честь для меня. Если бы не ты, моя эпитафия была бы хороший воин, но глупый человек. Я все-таки надеюсь, до эпитафии дело не дойдет. На все воля солнца. Прежде я надеялся лишь на достойную смерть. Теперь меня больше прельщает достойная жизнь. Итамен снова может играть в Нижних Садах. Правда, в окружении десятка стражей, но... То, что ты сделала, это хорошо. Вот только докучает эта девка, Ванаша. Ей нравится меня дразнить. Как будто машет тряпкой перед бегемотом. Попросить ее, чтобы отстала? Нет. Я стерплю. Ну что же... Меридиан выстоит, а тьма падет. Я обещаю. Будем надеяться. Ха. Так ты, значит, и есть Элой. Я думала, ты побольше. Побольше? Ну, потолще. Как шестерня, не как гвоздик. Я не в обиду, ты девка очень ладная. Ты мне глазки строишь, неподходящий момент. Неподходящий? Да битва даже не началась еще. Петра Кузнечиха, со Свободной горы. Я уйду с очередной пыльной бурей. Марат попросил меня осмотреть арсенал. Орудия в порядке, но я еще прочистил им глотки, чтобы аж ревели. Могу испытать? Ну да, это все хотят. Давай, что ли? Это тебе не лук. Тут и целиться не надо. Бою. Сколько придется? Обожаю. Мы с тобой виделись в роще Банук. Я тоже тебя помню, Нора. После твоего появления машины пробудились. В такой ярости. Ну, я не виновата. Нет, я благодарна. Той ночью я приняла решение не возвращаться в Банур. Теперь я буду охотиться здесь. Как же много машин. Даже демонов. Ползают везде, шастают. Ни в одном нет синевы. Мертвые, которых нужно убить. Наши враги таких много накопали. Армию.
Да. Потому-то я здесь. Ладно, подожду. Зачем ты здесь? Я твой ястреб. Где еще мне быть? Защищать Меридиан с Авадом? Этим пусть занимаются другие. Я не буду смотреть, как ты бьешься в одиночку. Нет уж. Ты уверена, что... Ты рискуешь собой ради нас. Так что не проси меня не вмешиваться. Я могу помочь тебе победить. Хорошо, не стану. Решено. Будем драться вместе. Только просьба. Говори. Самая большая машина моя. Не обещаю. Выше деревьев. Этик. Вождь Сона. Вождь, вы что-то не так? Нам, Нора, здесь не место. Мне здесь не место. Я сражусь с бесом, что угрожает нам всем. Но мое место на священной земле. А здесь я словно хожу по наконечникам стрел. Простите, что так получилось. Не извиняйся. Это все кончится. Мое копье, мое слово. Здравствуй, Алой. Нет, не кланяйтесь, избранной не нравится. И еще не нравится, когда ее называют избранной. Я очень рада тебя видеть, Варл. Я дал слово. Ну, что скажешь? Про Меридиан. Я увидел много нового с тех пор, как тебя встретил. Спасибо тебе. Варл, что не так? Правда хочешь знать? Ладно. Я на чужой земле, на грязной земле. Защищаю город безбожников, ни на что не похожий. От чего-то, чего не могу представить. А ты, после всего, что было, что ты сделала... Вроде бы надо пасть перед тобой на колени, но я знаю, ты разозлишься. Да, слушай, тяжело тебе. Спасибо, что велел им не кланяться. Только этого мне не хватало. Не сердись на них. Они здесь лишь потому, что избранная велела. И ты поэтому? Нет. Я пришел тебя увидеть, Элой. И мы должны победить беса. Потому что богиня сказала. Или ты сказала. Думаю, мы с богиней едины во мнении. Обе рады, что ты здесь. Я тоже. Так кто они такие? Называют себя затмением. А что это значит? Это когда луна заслоняет солнце, болва. Элой, все повторяется. Впереди битва. Только на этот раз враг вооружен куда лучше. Что у них там за армия? Точно не знаю. Но их будет много, и у них будут машины. Если они прорвутся, гибель ждет не только Меридиан. С ним погибнет весь мир. Даже... Так. Это по нашей части. А, парни, где всегда авангард? На передовой! А почему? Сталь прочнее железа! Что будем делать?
Будем бить молотом, пока не рухнут! Молодцы! Слышала? Авангард никого не пропустит. Сразимся за город. И за тебя. Спасибо, Эрант. Эрза бы гордилась. В случае победы. Под броней уже чешется. Целый день крутил колесо и заслужил право выпить пару кружек. Нет, только не могу. Армия подошла к городу, в ловушке. Нам остается только одно. Я всегда рада видеть. Дом Олина выглядит пустым. Ну что, ложиться спать? Вроде со всеми делами разобралась. Спать, Элизабет, когда на тебе лежала такая ответственность. А ты, Раст, после убийства твоей семьи. Сайленс, ты тут? Что просить совета у призрака? Вести с востока. Король Солнца Алат ожидает в храме Солнца. Армия собирается перед долгим маршем на город? Боюсь, это не костры. Тогда что? Конец. По крайней мере, его начало. Thank you.
То есть те самые истребители. К пушкам! К пушкам! Давайте! Не стойте! Выполняйте приказ! Все! Готово! По команде! Начнем стрелять! Думаешь, это их остановит? Вот сейчас и узнаем. Гелис? Нет. Ведите авангард. Пришлите помощь. Нет, Элой. Нам нужны эти пушки. Он прирежет тебя. Не в этот раз. Слишком долго ты мне досаждала. Что же ты не сразился со мной в кольце солнца? Слишком опасен.
не понять, что такое призыв значения. Не должно было быть. Ничего этого не должно быть. Ты сам убил Гелис. Ты слушал приказы, убивал людей. И ради чего? Сдохнешь на коленях, отслужив свое силе, которое ты даже не понимаешь. Тебе меня жаль. Придется что-то выбросить. Thank you.
будьте начеку. Можно перевести дух и подготовиться. Полезная штука.
Элой! Элой! Теп. Хвала матери, ты жива. Я думал, тебя убили. А остальные? Они... Нет, нет, их потрепало, но почти все живы. Машины разрушили деревню и сразу пошли дальше. Они двинулись к шпилю, волоча за собой свой жуткий трофей. Позаботься о них, Теп. Мне надо идти. Истинное солнце, демоны. Отправляйся к шпилю, Элой. Меридиан выстрел. Или мои знаки почета ничего не стоят. Сигнал. Если Аид начал передачу сигнала, значит, он прорвал оборону. Но... Авангард Эренда. Мне нужно наверх. Останавливаться. Вперед! Я знала, что это будет непросто. Медлить нельзя. Они живы. Это Элой! Ну, вы видите? Мы думали, ты пала на Кряжа. Нет, это Кряж упал на меня. Времени остается совсем мало. Я сражусь с Аидом. Не одна. Это мой бой. Я не вправе звать вас. А мы и так туда собирались, да? Да. Ястреб Дрозд,
Идем. Нужно вооружиться. Другого шанса не будет. Железный бес. Еще на подходе.